с Кристианос находимся. Вот здесь вот на этой травке сделали маленький такой пикничок, немного поспали. Все выше и выше поднимается, поэтому уже не очень-то удобно здесь спать. Потихоньку двигаться, но здесь такая хорошая погода, легко, как-то свободно. Передаю привет маме. Да, передай. Хочу передать привет. Вот. Что ж, сейчас у нас сейчас задача, через 2 часа у нас будет уже аэропорт, поэтому, в принципе, надо уже вставать, точнее, самолет будет. Вот, надо вставать, и будем закругляться с этими Канарскими островами, прекраснейшими, волшебнейшими.